Бежим! У Димаша репетиция! Бежим! Привет, ребята! На связи Джарел с очередной музыкальной реакцией для вас. Сегодня у нас опять будет Димаш. Это выступление из конкурса Singer 2017, и песня называется Adagio. Давайте посмотрим, как далеко он зайдет на этот раз. Я не знал, что он играет на пианино. Во-первых, я не знал, что Димаш еще и играет на пианино. Это было очень красиво. И также я не знал, что это будет на английском. У нас тут есть субтитры на английском языке. И я ненавижу это здоровенное лого в нижнем правом углу. Зачем они его туда поставили? Уберите эту хрень с экрана. Она слишком большая. У него такая голосовая мягкость, когда ему это нужно. Это просто первоклассно. Как всегда, идеальный контроль дыхания, идеальный расчет времени, идеальная высота звука. И он затягивает тебя в это переживание, в некое событие, куда хочет тебя перенаправить. Мне нравится его костюм. Он выглядит блестяще. Начинается. Мне очень нравится, что он расширяет свой репертуар и поет песни на английском, как эту. Это видео 2-летней давности, и тут слышен его акцент. И я уверен, что сейчас он лучше владеет английским языком. Это классно, что он пытается петь на другом языке. Я знаю, что это не его родной язык, и то, что он уже поет на нескольких разных языках. И это хорошо, что эта песня на английском. Это поможет быстрее донести его талант до западного мира.
Да ёб... Чтобы он не исполнял, этому парню всегда удается сорвать мне крышу. Дыхательный контроль, который не только позволяет так долго держать эту ноту в такой тональности, но и делает это без единой ошибки и с такой легкостью. Это ж звездец. Это нереально. Этот парень не настоящий. Он пришелец. Сейчас опять что-то будет. Что еще я могу сказать об этом парне? Он выглядит фантастически. Он поет фантастически. Это же такая технически сложная песня. Он начал ее очень спокойно и очень чувственно. Выступление может быть технически совершенным. Выступление может быть потрясающим и визуально безупречным. И оно может быть с выдающимся вокалом. Он объединяет все эти три. Это было умопомрачительно, идеально. И это невозможно разделить. Это также потрясающе выглядит, как и звучит. Есть что-нибудь на этом свете, чего он не сможет сделать? Я спрашиваю вас, ребята, чего он не может сделать? Этот парень самый лучший певец в мире. Никто и даже близко не стоит рядом. А те, кто ближе всех, вот он тут, а они где-то там. Между ним и всеми остальными нет ничего общего. Вам когда-нибудь надоедал Димаш? Я могу слушать его целыми вечерами. У него фантастические выступления. Я не специалист по вокалу и не тренер по вокалу. И я уверен, они могут рассказать, как он хорош намного лучше, чем я. Но у меня идеальный слух. И я не могу упрекнуть его в чем-нибудь во всех его выступлениях. Меня только бесит то, что он всегда лишает меня дара речи. Каждый раз. Димаш, подожди.